Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Risen 3. Risen. Итак, дорогие друзья, мы остановились на том, что я сделал множество всего. Вроде как добился, значит, влияния небольшого, в общем, среди этих туземцев. И сейчас я хочу сделать небольшое задание. Нужно найти кость невинной обезьянки. Так, кость невинной обезьянки. Невинных обезьянок у нас довольно много. Вот тут должно быть. Безобидная обезьяна. Эх, жаль. Другого выхода у меня нет. Все. Достаточно было убить одну обезьяну. Прекрасно. Сейчас отдадим ему кость. The killer. И все? The killer. Чудесно. Так, тогда посмотрим задание. Очищение. Чтобы провести обряд очищения сурового черного сердца, Херут нужно подходящее подношение. Вместе с каждым сердцем я должен принести ему кость безгрешной маленькой обезьянки. Установить отметку. Прекрасно, прекрасно. Но у меня нет черного сердца. А где я его могу получить? Без понятия. Я так подумал в предыдущей части, что в одном из этих белых вихрей находятся эти чертовы демоны. Скорее всего, но я не уверен. Так, далее, что мне нужно? Нужно вернуться опять на берег к пиратам. Так, и... Поцелуй мертвеца. Да, потом еще нужно будет корабль захватить. И вернуться еще будет надо на Антигуа. Для того... Нет, мне не сюда. Для того, чтобы с Альваресом поговорить. Там уже пара тем накопилось, на которые... Надо с ним пообщаться. Печально, конечно, маленьких обезьянок убивать для этого. Но все же лучше, чем девственниц. Да. Намного лучше. Такое неплохое весьма альтернативное решение. Как же я быстро устаю от этого спринта. Я уже говорил, что шапка идиотская. Да, вроде уже говорил. Блин, дурацкий носорог. Тихо, 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 тихо. Я не хочу тебе зла. Я тебе зла не хочу. И обезьяне той, что справа, тоже не хочу. О, это водонос, когда присел, я подумал, о, утка, надо убить. Так, а что у нас? А, здесь вроде тоже логовая обезьяна, так что я не пойду. Так. Прекрасно, это все. Это все птички, хотя их тоже бы, по идее, можно было бы гасить, чтобы взять с них провиант. Потому что провиант хорошая вещь, у меня его не так много, к сожалению. Так. Так, теперь посмотрим задание. Так, мне нужно большой корабль замутить. Вот, 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 что мне нужно. Сейчас отправимся с большим кораблем. А, да, еще вот что нужно посмотреть. Так, у меня сколько сейчас? У меня всего 500 славы. Мне нужно... Так, сколько мне нужно-то, ё-моё. Мне нужно влияние 40. Мне нужно, по-моему, влияние... Или не влияние. Подождите. Давайте я поговорю с Бадди. Дрессировщик. Да, мне нужно влияние 40, к сожалению. Подкрадывание. За 500 золота. Двигайтесь почти бесшумно. Так, так, так. Кстати говоря, за 500 золота это бесшумно. Не так уж и плохо. Вот что мне надо. Да, я недостаточно хорош, понятно. Да, подкрадывание. Hold your head down, hide behind things, and don't step on any branches. Always be careful where you tread.
It's difficult to remain unseen, so it's best to move at night, when everyone's asleep. However, it's quieter at night, so people will hear you more easily. Вау, и за это я 500 золота отдал. Спасибо, капитан Очевидность. Ты просто лучший. Да, теперь я выучил подкрадывание. Не-не-не, ничего, я просто присел, чего ты? Он такой, что это ты задумал? Ага. Сразу у меня такое лицо, да, стало? Коварное. Колби. Надеюсь, ты не из идиотов, Буза? Что сказал? Забит, приятель, просто терпеть не могу, сволочь. Если слушать его, но не я. Смелое заявление. Кто не дерзит, обычно недолго на свет пялится. А не дрался я уже давненько. Все думают, что от долгого плавания совсем размяк. Мне нужно снова заслужить уважение. Потому что принцессы, которую спасти нужно. Сам ты как думал, что могло случиться? Рот закрой, мразь, а то до зубов не досчитаешься. Так. К чему волноваться, что тебе думают другие? А как еще я долго старался, чтобы стать тем, кем стал. Кто начинает с водоносом, тот обычно водоносом и умирает. Но я уже воду давно не ношу. О, можно предложить дуэль, ничего себе. Да нет, спасибо. Скажи о путешествии. Да что там рассказывать? Пиратское логово на Токаригу сожгли дотла. Не знаю точно, кто разжег огонь, но огонь выгорело все. К тому же, там столько рома было. А что случилось потом? Мы взяли, что могли, и сделали ноги. Можно лишь благодарить судьбу, что в порту был корабль дочери Стальной Бороды. И вот мы отошли от острова подальше. В конце концов, пеплом стать никому не хотелось. В путешествии все пошло наперекосяк, Буз начал мятеж, но мы пошли за ним, как долбаные овцы. Думали, что знаем, что он делает. Бросив якорь на киле, мы разделились на две группы. Вот и все. Довольно, не хочу ничего слышать. Ну и хорошо. Так, все. Обойдется он без дуэли. Так, этот тоже обойдется. Вот, я думаю, что может телепорт смогу активировать. Использовать телепорт камень. Да. Только вот вопрос. А не израсходуется ли он? Ладно, я пока кораблем займусь. Так, здесь ничего нет. Ну ладно. Так, классный корабль-то, смотрите. Вообще жесть. Так, вон лестница. Сейчас заберемся. И попробуем что-нибудь сделать, не знаю, захватить, не захватить. Черт его знает. Так, пират. Ага, чудесно. Понятно, это просто пираты статичные. Еще один пират статичный. Где ваш Кэп, ребята? Где ваш Кэп? С кем я могу переговорить? Фигня какая-то. Здесь, кстати, был мой сундук. Куда он делся? Засранцы, куда мой сундук дели? Ага. Не верю глазам, правда ты? Ну, кажется, да. Что еще за дьявольщина? Мы же тебя похоронили, ты был мертв. Так. Ага, тоже рад тебя видеть, Джейк. В самом деле, молодец, хотел бы разделять твои чувства. Остался бы там, где мы тебя зарыли. Как тебе это вообще удалось? Какие-нибудь магия Вуду? Ну, вроде того. Я знал это, парень. Что ты здесь делаешь? По всем южным морям творится чертовщина, а ты тут дурака валяешь. С каких-то пор тебя волнуют южные моря, а? Это наше дело. Пока корабли-призраки не нападают на нас, меня все устраивает. Мне нужен мой старый корабль. Забудь о нем, ты больше не наш капитан, понял? Понятия не имею, с какой дыры ты выскочил, но твое время прошло. Это мы еще посмотрим. Ага, опять в ход пошли угрозы, но сеть не поможет. Корабль не сдвинется с места без команды, а ребята теперь слушаются меня. Так что побереги силёнки, ладно? Ага. Похоже, здесь каждый делает, что хочет. Слушай, приятель, мы охотно шли за тобой, пока ты был сильнейшим из нас. А теперь глянь на себя, от тебя и половины прежнего не осталось. Я не смогу снова воспринять тебя всерьез, пока ты не вернешь все силы. Ступай, поговори с местными, они наверняка знают, что делать с полумертвыми. Кто знает, может, они научат тебя парочке трюков Вуду. Ну, это бы меня удивило. Ладно, присоединишься к битве?
Или ты собираешься дожидаться, пока тени доберутся до тебя и до корабля? У нас очень маленькая команда. Зачем нам связываться с тенями в открытом море? А если туземцы нам помогут? Есть тут у них одна милашка. Кажется, ее зовут Чани, ведьма Вуду. Видел я тут, как она дорогу себе в джунгли расчищала. У этих тварей не было ни малейшего шанса. Девица просто огонь, я тебе скажу. Попробуй убедить ее вступить в войну с тенями на твоей стороне. Если сумеешь, считай, что я с тобой. Хорошо. Так, альянс с пиратами. Да, вернуть корабль будет непросто. Совсем непросто. Так. Сейчас посмотрим задание. Альянс с пиратами. Так, большой корабль, пиратский корабль. Экипаж моего старого доброго корабля знает о моей смерти, относится ко мне с подозрением. Джейк допустит меня к управлению кораблем только в том случае, если будет уверен, что я справлюсь. Что мне надо для этого сделать? Вообще без понятия. Ладно, посмотрим, что еще. Альянс с пиратами. Так, мне нужно придумать, как сделать так, чтобы они приняли участие в решающем сражении с Сумриком. Мне нужно уговорить рулевого Джейка выйти со мной в море на пиратском корабле и вступить в бой с тенями. Однако сперва мне придется показать ему свою силу. В моем нынешнем состоянии это, возможно, означает, что я должен присоединиться к влиятельной гильдии и склонить на свою сторону самого могущественного из местных колдунов. Ясно. Значит, мне в любом случае надо Кальварес упереть. У меня для него отчет есть. Так. Сейчас попробуем телепортироваться. All right. Так. Так. Телепорт заработал. Выберите телепорт на карте острова, чтобы отправиться к нему. Ага. Погодите, погодите, погодите. Как это работает? Как это работает? Выберите телепорт на карте острова. А где? То есть я где-то еще должен найти такие же телепорты? Так что ли? Но я пока не нашел ни одного, да? И поэтому не могу никуда телепортироваться. Офигенно. Просто, блин, офигенно. Так. Отлично. Дурманенный буз. Что у нас тут с этим бузом? Никак не пойму. Ладно, ясно. Скажи о пиратах. Скажи о пиратах. Ну, можно. Кто такой Дуглас? Обычный моряк, умный малый, хорошо лазает, с мечом управляется. Мы отправили осмотреть окрестности. Какие окрестности? Лагерь обошел, зашел, двинулся в направлении небольшого пляжа на востоке. Может, зашел в одну из пещер? Послушайте о мятеже. Да, еще была заварушка. Буз думает, что Пэтти подожгла логово пиратов на Токарику. Я верил, мы все верили. Кто знает, что у женщины на уме. Но вскоре после того, как мы сошли на берег, она сбежала и нырнула в воду. Крутая девчонка, скажу я тебе. Что ты думаешь о Бузе? Я всегда был ему уверен, я слушался его, даже когда он сбунтовался против Пэтти. Но сейчас, сдается мне, он спятил. Остерегайся ее, вот что скажу. Как настроение в лагере? Хреново, Дуглас пропал, в этом явно замешан Буз. Даже спать тут не хочется, так выгляди, нож спину отнут. А бежать в джунгли плохая идея, туземное племя чужаков не любит. Вообще, мы бы гораздо спокойнее, если бы кто-нибудь разыскал Дугласа. Ясно. Сдается, мне надо за Дугласом отправляться. Так. А что, если я могу телепортироваться, например... Нет, здесь нет никаких телепортов, к сожалению. А было бы не лишнее. Так. Тогда давайте поскорее возвращайся, приятель, сделаем. Это мне надо вот туда идти. Вот здесь вот проплыть и сюда. Так, ладно. Погнали. Там главное на паучков не нарываться бы. Ну, в любом случае, мне же плыть надо.
Так что чего уж тут. Тут где-то должен быть... Ага, вот и он. Прекрасно. Проход. Интересно, что Петти может делать? Ну вот Бонс лечит. Офигенная тема. Не знаю, стоит ли вообще с ним расставаться когда-либо. Боже, что это за дерьмо? Ладно, я даже знать не хочу. А, это карабина та здоровенная. Помните, когда я высаживался на берег? Боже мой, да он не один. Вот. Эта дрянь там стоял и клешнями своими щелкала. Бонс, Бонс, давай даже... Какого фига я вообще к нему телепортировался? Ладно, фиг с ним. Ладно, выходим, забиваем этих дьяволов. Так. Фак, ненавижу. Ну, пауки еще, боже, ненавижу, когда вот так начинается. Как, реально, как в MMORPG. Начинаешь бить одного, прибегает еще трое. В итоге дерешься минут 20. Или какой-то фигни просто. Просто чтобы отбиться. Гад такой. Все, прекрасно. Паучары опять, блин. Так, а мне просто надо бы по берегу проплыть и все. То есть, не по берегу, ну, короче, вдоль берега, да. Чтобы этот Бонс ни на кого не агрился. Почему я телепортируюсь, блин? Меня к Бонсу к этому возвращает нафиг. Так, вот, 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 все. Что еще надо-то? Значит, я... Сейчас, вот здесь вот как-нибудь пролезу сейчас. Ага. Ага, ага. Паучка не цепанул. А, нет, еще пауки. Там, кстати, на земле что-то цветочек, что ли, какой-то, или типа того. О, боже мой, теперь еще здоровенный паук. Ёлы-палы. А, ё-моё, боже мой! Тут какая-то куча противников. Так, хорошо, Бонс одного убил. Ах ты, ты что ж, мне все время в спину-то кто-то бьет. Уже устал я от этого. Так, отлично, паука еще одного добили. А вот и труп Дугласа. Валим, валим. Все время кто-то меня атакует. Все время. Да и почему я все время промахиваюсь? Я все время промахиваюсь и только отгребаю. Это полная фигня какая-то. Кто-нибудь научите меня стрелять. Срочно. Еще лучше научите меня драться. Прыгай, прыгай! Ах ты боже, видите, как он сбивает меня с ног? Просто жесть. Мне явно надо лечиться. Да блин, я тебя ненавижу. Блин, как я тебя ненавижу, проклятый паук. Будь ты неладен, тварь. Козел, а? Дай я тебя добью уже. На этом закончим. О, господи, какой кошмар. Фу. Ну и жесть, я вам скажу. Правда. Слов нет. Просто жесть. Просто какое-то огнище вообще лютое. Понападали сразу. Фу, я лечение получил. Отлично. Еще кристальный факел. Супер. Кажется, это пауки постарались. Да. Задание выполнено, мертвый пират. М-м-м-м.
Почему это задание было «Мертвый пират» называлось, не понимаю. Не знаю. И что мне нужно тут сделать? Поскорее возвращайся, приятель. Буз думает, что это имеет какое-то отношение к Гарри. Мне нужно проследить, что делать за пределами лагеря. Так, ну и что же мне делать с этим трупом? А, золотишко еще с него можно собрать. Чудесно. Все, надо валить отсюда на самом деле. Почему крестик до сих пор здесь? Не понимаю. Задание до сих пор здесь. Вы же не хотите сказать, что мне надо в пещеру идти, да? Правда? Мне же никто не хочет сказать это. Это ведь полный отстой был бы в таком случае, если мне надо идти в пещеру. Что там меня пауки ждут. Не хочу я с ними сражаться, правда? Так, заколебали. Типа учары. Вернусь-ка я назад лучше, наверное. Надеюсь, правильное решение это будет. Там трупы все лежат. Хорошо, хорошо. Вот мне интересно, вот эту карабину мне показали, чтобы я его убил или чтобы что? Нет, я, конечно, хочу его прикончить. Сейчас давайте-ка провиантика захомячу. Ракушку еще одну возьмем. Ой, с него еще ракушку взяли. Чудесно. Так, вещи. Done. Жемчужина. Прекрасно. На халяву. А интересно, зачем мне жемчужина? 15. Да, 15 золота. Прекрасно. Ко мне задания дают по 100, по 200, по 300. И 15 впариваете. Да, ребят. Что-то отстой. Вам так не кажется? Ладно, надо попробовать. А, здесь два крабища. О, боже мой. Оп! Твою мать. Давай, давай, Бонс. Давай, do something. Do something. Ну, на самом-то деле он не такой уж и сильный, смотрите. Давай. Хотя, с другой стороны, вот бью я его, бью. Так, согрелся. Согрелся. Урон прошел. Давай, добиваем его. Фу. Все лишь сотка фейма, и все. Ну, то бишь славы. Ракушка! Да, я получил ракушку. Е-е-е. Ракушка, это шикарно. Да, прекрасно. Промах. Промах, я вообще не попадаю. В него возможно вообще попасть? По кому-нибудь вообще возможно мне попасть? И... да. В общем, надо сильными ударами бить, тогда будет халява. Ну что, 200 славы, неплохо. Так, давайте сейчас вскроем. Понятно, ничего нету. Вообще эти ракушки можно до бесконечности собирать, и я рад, что уже утро. Рад, что здесь ночь короткая. Очень рад этому. А может, я просто не заметил, как она прошла. Ну, неважно. Надо же, я не врезался в доску. Чудеса. Прямо-таки чудеса. Я думал, за этих крабов по 200 славы можно влупить. В общем, надо почаще пользоваться сильными ударами, пока враг отвлечен. Ну, когда их там трое, четверо, тут уж я не знаю, что можно сделать. Можно только прыгать и наносить короткие удары. Больше ничего. Так, я нашел Дугласа. И где же он? Он на восточном пляже. Что? Пусть немедленно возвращается. Ты не понял, он мертв. Проклятие. У тебя есть доказательства, что его убила шайка Буза? Все иначе, им явно пообедали пауки. Дьявол, в таком случае зря я думал на старого пьяницу. Скажи Бузу, если еще не сказал. Я не хочу, чтобы он держал на меня зло.
Так, ну прекрасно, значит, в итоге сейчас мы их сдружим. Так, где Бус? Бус, здорово. Я нашел труп Дугласа. Ха, так и знал. Его убил Гарри, да? Больше похож на пауков. Пауки? Ну-ну, ты еще скажи. Гергер пришел, забрал его. Слушай, если хочешь говорить с Гарри, провали, меня не дурачишь. Дай мне ром для пиратов. На, держи, скажи ребятам, мы встретимся у костра. Потом возвращайся, поможешь отнести остальное. Кто хочет рома? Все в лагере. Главное не забудь предложить Гарри, Квину, Колбу, Бадди и Каннингему. Понял. Так, Бадди. Хлебник и рому. Для этого не нужна вода, спасибо. Празднуем. Уже иду. Так. Так, Колби вроде не надо ром давать. Так, это от Буза. Все? Не совсем, приходи к костру, все объясним. Хорошо. Так, Колби... А, выпей. Еще есть? Приходи к костру в лагерь. Приду. Так, кому еще там не сказал? Слиму. Ром лечит все раны. Понятно. Тогда... Садык, выпить не хочешь? О, давай же. Приходи к костру, будет еще. Уже идет, Садык. Понятно. Так, а внутри есть что-нибудь? Кто-нибудь. Да, есть, смотрите, сколько здесь. Каннингем, прости мое любопытство, ты новичок, я с ним, кстати, не говорил. Сейчас скажи, кто ты. Где мои манеры? Прошу простить мою неучтивость. Каннингем, к твоим услугам. Хирург и исследователь местной флоры и фауны. У тебя что, дефект речи? Я мог задать этот же вопрос тебе, но я объясню. Я однажды служил на корабле Инквизиции, однако моего капитана задела одна достаточная оплошность, и теперь я здесь готов помогать страждущим. Над чем ты работаешь? Вряд ли мое изучение местной фауны будет тебе интересно. В настоящее время я работаю над рукописью, произрастающей здесь Camellia sinensis. К сожалению, мой последний образец этого растения погиб, не выдержав влияния среды. Тебе помочь раздобыть растение? А еще как? Ты с твоей проницательностью стал бы отличной кандидатурой. Он растет на возвышение, куда невозможно забраться человеку. Но у меня есть решение проблемы. И мне тоже. Нет, да, я слушаю. Так, я пробудил в тебе интерес, чудесно. Внимательные слушатели всегда, кстати. Хватит, ближе к делу. У меня есть туземная кукла. Она может превращать человека в попугая. Способность этого существа летать означает, что высота она больше не помеха. Желаешь ли стать моим подобным кроликом и добыть растения с помощью куклы? Как у тебя казалось, кукла Вуду? Во время одного из походов меня заметил туземец. Чтобы показать свое доброе намерение, я поделился с ним едой. Взамен он дал мне куклу. Ясно. К сожалению, подобное поведение редко среди местных пиратов. Так что неудивительно, что вновь обретенное доверие было вскоре утеряно. Дай мне куклу, я добуду тебе растение. Отлично, держи. Советую тебе искать растение на каменистом плато к югу отсюда. Отлично. Могу ли я поточнее узнать, где можно найти растение? Просто говоря, нужно сделать вот что. Иди по пути, который ведет отсюда в джунгли, потом придерживайся юго-юго-западного направления, пока это позволяет почва. Когда дойдешь до туземной лощины, увидишь несколько каменистых плато. Внимательно осмотри склон утеса, что слева. Там должна быть постройка, возведенная туземцем. Чтобы добраться до постройки, понадобится кукла. Но будь осторожен, другой куклы у меня нету. У меня есть еще пара вопросов. Спрашивай. Что ты знаешь о Киле? Этот остров, народ его населяющий называют Кила, что вполне может сбить тебя с толку. Его климат можно описать как тропический. Это отражается и на разнообразии фауны. Природа принимает здесь самые прекрасные формы, как ты можешь видеть по моим друзьям-попугаям. Как ты уживаешься с пиратами? Ну, мирным существованием это назвать нельзя. Но пока я помогаю этим деревенщинам бороться с цингой, они меня не трогают. А еще за мной приглядывает Бус. Это полностью устраивает всех. Я хочу больше узнать о туземцах. По мне, так они превосходят все прочие местные племена. Они практикуют самые разные вуду, как и другие племена, и у них довольно схожи социальные строи. Фундаментальное отличие здесь в том, что они поклоняются некому примитивному божеству. Я слышал, они называют его оракулом. К сожалению, более подробных сведений на эту тему я предоставить не могу. Держи, это ром от Буза. Спасибо, но я не пью. Алкоголь и моя наука не сочетаются. Но нам больше останется. Ты можешь чему-нибудь меня научить? Так. Что же у нас есть? Можно изучить красноречие. Ваши слова могут быть эффективнее самого острого клинка. Талант красноречия увеличится на 10 за уровень. Вау, вот это мне надо, ребята. Блин, что ж такое? Нужно проворность 15.
И влияние 25. То есть у меня нет проворности вкачанной. Ладно, вкачаем. Так, изучить торговца. Торговец, никто не может вас обмануть. Вы способны продать купцу даже его собственный товар. Торговцы будут давать вам скидку по 5% за каждый уровень. Так, зельеварение. Так, алхимия. В наши дни существуют порошки, мази, эликсиры для чего угодно. И у вас они особенно удаются. Ваш талант к алхимии с каждым уровнем. Так, мастера ритуалов. Еще лучше усиливает эффект зелий. Действие зелий продлевается на 50%. Так, мне надо учить красноречие. Персонаж. Проворность. Отлично. How can I make people believe what I'm saying? Well, you've chosen. Затронул непростую тему. Собеседнику нужно внушить, что твои мысли — это его мысли. Тогда ты достигнешь цели. Проще всего добиться этого, задавая определенные вопросы. Задавай вопросы так, чтобы у собеседника был только один вариант ответа. Так они поверят, что отвечали сами. Прекрасно. Для следующего уровня потребуется 35 проворности и 55 влияния. Ну что же поделаешь тут. У меня столько нет и близко. Так, посмотрим. Надо влияние 40 делать. Или эликсир пить. Сдержанная. Это, видимо, душа моя сдержанная. Это не я сдержанная. Так. Магия. Да, надо влияние учить. Но мне 4000 нужно для того, чтобы 40 влияния себе сделать. Зато у меня красноречие 60. Но все же недостаточно для того, чтобы тому чуваку сказать. Ой, я могу нефрит стырить. Оу, фак. Нет. Это плохо. Бонс. Валим отсюда. Не надо. Иди сюда, я тебя прошу. Угомонись, блин. Да, в общем, спер на глазах. Получи-ка в табло. Ну, где бонс? Блин, а я так думал, что можно вот так на халяву все подтыривать. В итоге бонса нет. Где он? Вон он идет, старый дурак. Хититская сила, а? Вот ведь. Пёр этот нефрит дурацкий. Стоил он того? Так, бонсу у костра оставлю. Exactly. Подожди здесь. Exactly. Cheers. Сейчас я сначала сюда зайду. Дверь закрыта. Ну, можно открыть. Да, понятно. Так, поговорим с Бузом. И все, что ли? Делай, что должен. Что? Не понял, что это значит. Ладно, дешевое спиртное. А, боже ты мой! Опять этот идиотизм. Что вы делаете? Господи, нет, все, подождите, мне надо загрузить игру. Потому что какой-то кошмар сейчас творится, да. Да, больше так делать не стоит. Не стоит. Так, в какой момент я сохранился? Давайте мы посмотрим сейчас. Наверное, я бухло должен был сдавать, да? Да, я должен бухло раздавать, так что сейчас я все сделаю то же самое, и мы вернемся. Итак, отлично, я поговорил с нашим доктором. Теперь надо с Квином поговорить, кто бы он ни был. Надеюсь, у тебя деньги водятся? Не желаешь принуть одно дельце? О каком деле ты говоришь? Видишь, ты хорош шанс звездучаешь. Слушай, мне нужен тот, кто кое-что достанет. Дай угадаю, ловкач ты я. Я, видишь, везде побывал, до ловкача я расплюнуть. Тебе лишь нужно явиться на Антигу, найти там моего брата Флинна и напомнить ему о моем наследстве? А почему ты сам не напомнил? Да я никак не соберусь, путь-то не близкий. Боюсь долгих путешествий. Заткнись, я не боюсь, нечего мне бояться. Я тебя мог кое-чему научить насчет наследства.
Что у тебя за наследство? Ничего особенного, старая безделушка. Старая безделушка, ну да. Она дорогая как память, понимаешь? Где мне искать Нантигуа Флинна? Насколько я знаю, он занял здание склада. Я посмотрю. Давай-давай. А какой мне в этом интерес? Ты не волнуйся, я тебя не обделю. Посмотрим. Я отправлюсь на Антигу и поговорю для тебя с Флинном. Отлично, не отпускай его, пока он не отдаст тебе наследство. Доверься мне, хорошо, я на тебя рассчитываю. Так. Чем не занимаешься, кроме грязных дел? Ну и метаю ножи в досуге, крыс удобно распугивать. Ясно. Я всегда тренируюсь поздно вечером до полуночи. Если ты хочешь присоединиться, дай мне знать. Я не прочь поставить пару монет. Давай поторгуем. Так, что у него есть? Метательный, у него есть двустволка. Неплохо, урон 4-45, крит 5%, дальность 20 боеприпасы, дробь. Бомба. Так, черная шелковая рубаха. Колющему оружию только добавляет, кстати говоря. Дешевое бухло. 40 стоит. Арбалетные болты. Дробь опять же. Пули. Так, надо бы купить штук 20. Так, серебряные блюда, сафир, изумруд, черная жемчужина. Так, древнее знание. Ничего себе, он мне по 600 продает. Ё-моё. А я ему, наверное, за 5 копеек продам только. Так, 10 по 40, это ж 400. Не-не-не, лучше я вот 3 штучки куплю и хватит. Так, продать. Что ему там можно продать из вещей? Жемчужину продадим. Блюдо серебряное. Сундучок. Так, древнее знание. Ага, за 10. Офигеть, а он за 600 продает. Ну, как-то это все странно. Так. Молот, обычный молоток, кузнечный. Инструмент кузнеца, нож. Хлебный нож. Может, он пригодится мне, чтобы снимать, хотя вряд ли. Снимать шкуры, я имел в виду. Ну, в общем-то, очень вряд ли. Все, больше мне нечего у него тут делать. Так, чему ты можешь меня научить? Ножевой бой. Вероятность нанести критический удар при использовании кинжалов удваивается. Кинжалы. Критический удар. Отработайте удар, поражающий врагов в самые уязвимые места. Вероятность нанесения критического удара увеличится на 10 единиц за каждый уровень. Дальний бой 15, проворность 15. У меня такого нету, я не учил дальний бой. Ладно. Надо во что-то одно прокачиваться. Так. Вот еще, подождите, я же сюда еще заходил. Не знаю, что ты хочешь, что ты, чтобы я тебя побил, что ли? Что ты орешь на меня? Так, ладно, черт с вами. Exactly. Cheers. I have no meat to roast. Ну и что мы будем делать? Что, ребят, делать-то будем? Все вроде у костра. Ладно, посмотрим задание. Так. Дурманенный бус. Всем рома. Бус сказал, что я должен предложить по стаканчику рома. Гарри, Квин, Колби, Бадди и Каннингем. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь у нас четверо. Почему Каннингем до сих пор не пришел к костру? Я же ему все уже сказал. Keep your fingers to yourself. Understand? Без понятия. Он как бы не хочет идти. Я не знаю почему. Квину я бухло предложил. И я сейчас что-нибудь стырю, они меня покарают за это, как всегда. А вот, увидимся у костра. Попробуй, только малая часть. Отлично. А, ну вот, все. Квин идет, все чудесно. Теперь всех, то есть 5 человек, все прекрасно. Давай, быстрей.
Get the man who distills our rum. Get it down your neck. Чё, к Бузу, что ли, идти? Ладно, идем к Бузу теперь, наконец-то. Ну? Отлично, люди собираются огнём. Тогда отпразднуем с ними в последний раз. Does the rum taste good? What is the meaning of this? Why is nothing happening? Look around you. These are your comrades. They want to drink with you. You tricked me. That was no poison. Poison? What poison? He wanted to give us poison. You, all of you should be dead. Can you hear yourself? Nobody's your enemy. Wake up. No, that's not true. He knows. She told me. She? You must be out of your mind. Who is she? She don't understand. No, betrayal everywhere. You're to blame for everything. I'm gonna kill all of you. Shut up. I'm gonna beat that spell out of you. Come here then. Ну что же, видимо, черт тебя дери, глупый Буз. Так. Так, отходим, отходим. О боже ты мой. Так. Так, Буз, посмотрим. Сколько ты продержишься? Скайди-кат. Опа. Так, отходим. Чего я жду? Чего я жду? Ты хочешь... А, черт. Хотел отпрыгнуть. Ё-моё. О, ха-ха-ха, меня Бонс лечит. Красава. Фак. Блин, это... Так, отпрыгиваем. Get a move on. Да чёрт! Ты меня зарубил! Ё-моё! Ну, блин. Ну вот, теперь он смотрит на меня как на говно. Отстой. Ладно. Надеюсь, сохранение-то когда у нас было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сохранение-то было очень давно. Ну ладно, хорошо, опять придется то же самое делать. Так, ну что ж, вот мы снова сражаемся с этим Бузом, блин, идиотом. Но теперь-то я, конечно, уже сохранюсь. Так. Ах, ты еще и двойной удар наносишь после того, как делаешь сильный. Ну ты вообще, конечно, молодец. О, неплохо, неплохо. Так, а как тебе такой удар? А, такой? Не нравится? Ах ты, сволочь! О, спасибо, спасибо. Сейчас провиантиком восстановимся. Главное только какого-нибудь Бадди не начать атаковать, или Гарри, блин. О, ну какие удары-то наносит, а? Сейчас начнет контратаковать, зараза. Давай, давай, подходи. Come and get some! Ладно, хорошо. Отходим, отходим, отходим. Отходим. Вот, а теперь атакуем. По-серьезному. А, ничего себе. Как он мой сильный удар отразил, а? Отлично. Похоже, он опять этот удар отразил. Блин, непонятный чувак какой-то. То есть, как он вообще атакует? Есть, еще раз ему врезали. Да, черт, я еще и промахиваюсь. У него реально очень сильные удары. Просто нереально сильный удар. Он бьет не всегда, но очень сильно. Так. Есть. Фу, ё-моё. Ну что, все? Отдохнул?
Ой, идиот. Что, что это было? Ну что, ты как? Где я? Помнишь что-нибудь? Мы пошли на Килус, Пэти, а потом темнота. Что случилось? Тебе было нехорошо. Кажется, Рома хорошая взбучка, все поправили. Ох, моя голова. Поспи. Пожалуй, надо бы, и я об этом подумаю. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно, вправили ему мозги хорошими ударами меча и выпивкой. Так, ну что же, кстати говоря, когда я еще все то же самое проделывал, я здесь нашел этот камень телепорта. Оказывается, он здесь был как раз для этого телепорта. То есть, возможно, то есть, скорее всего, да, телепорт есть и там. Ты отлично разобрался с бузом, просто мастерски. Все было просто. Именно, поэтому я хочу попросить тебя еще об одном одолжении. С тех самых пор, как мы встали на якорь, я все думаю про туземных женщин. Что? Я бы сказал тебе, Гарри, сказал я себе, этот новичок непременно тебе поможет. Если тебе это так важно, я могу подыскать тебе жену. Правда? Здорово, молодую и красивую. В твоем месте я бы не очень-то капризничал. Да, я, собственно, просто, ну, это... А то ты без меня разберешься. Так. Запретный плод. Что, чему он там учит-то, я уже забыл. Колющее оружие, мечи, рубящее оружие. Да, наверное, лучше... Ух ты, непробиваемость. Слушайте. Поверхностные раны вас больше не беспокоят. Как говорится, все, что нас не убивает, делает сильнее. Теперь золота не хватает. Ну ладно, как-нибудь наберусь золотишко. Так, хорошо. Посмотрим, сколько чего у меня тут. Золото, 1600 всего лишь. Так, и посмотрим на задания. Мои задания. Большой корабль. Так, альянс с пиратами, новые соратники. Да, теперь мне надо отправляться на Антигуа, скорее всего. Есть, конечно, тут еще и другие задания, безусловно, куда же без них, но время серии подошло к концу, дорогие друзья. Продолжим в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А также фоловьтесь на мой канал в Твиче, все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.